Впервые в Новосибирск из Республики Дагестан доставили священные реликвии пророка Мухаммада. Выставка проходит в соборной мечети имени Кунтахаджи Кешиева уже несколько дней. Ощущение, что ты поздоровался с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах нам всем у источника встретиться с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Чтобы мы все прощены были и зашли в сады рая без спроса, чтобы Аллах нас всех вел туда. Я русская мусульманка. Эти реликвии, какое нам Аллах посылает даже через эти реликвии. Можно сколько узнать блага всего, почувствовать даже это. Огромное спасибо организаторам и нашим братьям, которые организовали вот эту бесценную выставку для нас. Очень большое спасибо вам, что дали возможность посмотреть на реликвии нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Не каждому дается такое счастье, чтобы увидеть, окунуться 1500 лет назад, который прошедший. Очень благодарен Всевышнему Аллаху, что дал такую возможность встретиться, посмотреть вещи нашего пророка Азрета Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Нашу делегацию представляют известные богословы, а также именитые спортсмены. Выставка продлится до 9 февраля. Организаторами мероприятия выступили Духовное управление Новосибирской области совместно с муфтиятом Дагестана.